Блин, хороший. На, чуть быстрее, олень. На, мой хороший, на. Олень, ты мой славный. Ой, ты хороший какой. Ой, ой, хороший какой. Олень. На, мой хороший. Олень. Да, кушает вон, кушает олень. А вон с рожками идет. Иди, на. Подходите, чем такие дикие-то? Летом бежите, как эти, чуть ног не сбиваете. Спят, а видишь? Вот это надо. Ой, слушай, это беременная. А я. Ой, Тимоя хорошая, кушай. Ну, кушай. Ишь ты, рогатый. Смотри, ты что, взял такой, сделал этот ей прям. Типа, иди отсюда. А я. Сам ты сюда. На, на, кушай, 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 кушай. Ай, ты, боже мой. Смотри, ты что, гоняют еще друг друга, а? Вы, купите. Ай, я яблочко. Смотри, какой, а. Ай! Ну, смотри, ты что, не дают, а? Олень. Олень, я люблю. Олень. Олень. Олень, да, олень. Иди сюда, зайчик. Иди сюда, маленький. Так, где там у нас все упаковки? Нам дождь, конечно, не мешает. Ну, да. Смотри, какие, а? Может быть, одну оставим? Для этого там, для пони. Держите. Не надо для пони. Не надо? Для пони уж ладно. Олень! Олень! Ты наглый, рогатый. А? Маленькие там он едят. Кристина, с той стороны бросать, потому что это? С этой стороны он сухует. Осторожно, Алена упадет. Алена, стой. Олень! Олень, да, вон видишь олени какие. А тебе чистые, что-то не видно. Ну как в краске, неудобно же им так есть. Я думаю, что к пятнистым мы не пойдем. К пятнистым мы не пойдем, потому что дождь. Мои хорошие самый какие. Наглый, понятно. Хорошие какие, а? Хорошие. Ну это рогатый самый наглый. Наглый рогатый вообще пытается мне руку пожевать. Ты, рогатая наглость. А? На. А она беременная, поэтому она так вот эту. Тут прям дождь совсем разошелся. И еще мне тут открывают внутренние сомнения. Ах какой! Ах, злодей какой, а! По поводу. Взял такой главный и прогнал ее, а? Кристина, где он-то беременный дай? Хорошая девочка, дай. Вообще олени выходят обычно за загородку. И бегают за нами. А сегодня олени! Олени, да. А сегодня что-то мы за ними. А что-то сегодня, да.